Всем привет! Хочу показать обзорчик своего заказа из каталога 16/2019 года. Выглядел он таким образом. Было много интересных акций, предложений. Ну что ж, начнем. В заказике был такой наборчик. Состоял из пакетика. Маски для лица, ровный тон. На YouTube смотрела, кстати, очень много положительных обзоров на нее. Хорошо осветляет постепенно кожу лица, освежает. Потом был бальзамчик для губ в этом наборе. И с мороженым гель для душа 250 миллилитров. Так, заказали лосьончик, нефритовый цветок и шелк. Мне он понравился. У меня из этой серии голубенькой есть все товары, продукция, кроме туалетной воды. А так есть и такой лосьончик, и спрей, и масло. И гель для душа. Понравилось. Посоветовала. Дала попробовать. Действительно понравился. Я приобретала в прошлых каталогах пробнички. Вот. И положила в заказик. Масочка была очень хорошая. Маска-пленка с деревом уд. По отличной цене. Всего лишь за 32,99 на последних страничках каталога. У меня такая была, и я ее приобретаю не в первый раз. Вот, и, кстати, видимо, кто-то уже тоже брал неоднократно, понравилось, решили заказать повторно. Скраб для лица NutraEffects был по классной цене 45 гривен с начальных страниц. Здесь 100 миллилитров. У меня такой же есть. Тут, в принципе, написано для нормальной и сухой кожи. Но я думаю, подойдет всем типам кожи. У меня комбинированная, мне подошел, понравился. Нежный, очень деликатный. И от него действительно есть эффект. Скрабинки меленькие там, полирующие. А вот эти вот черные, они мягенькие. Их практически не чувствуется на лице. Ровный тон и укрепление, корректирующее средство для от темных кругов под глазами New Clinical было за 129 гривен, по-моему. В следующем каталоге будет на 20 гривен дороже. За 100. Следующее, Tony Clear Skin. Часто берут эту серию, особенно фиолетовый для проблемной кожи. NutraEffects, матирующий, тонирующий BB в оттенке Light. И в трус от Евы Мендес зелененькая, Confidence желтенькая. Нравится одной женщине, она уже брала, наверное, штучки 3 подряд или 4. А это уже другая девчонка заказала. Взяла себе на пробу вот такую масочку от Clear Skin. По хорошей была цене 55 гривен, а так где-то 80 изначально. Начальных страничек, и тут 100 миллилитров, да, 100 миллилитров. Потом на последних страничках была маска увлажнение цвет, 125 миллилитров по отличной цене 30 гривен, скидка представителя. Интимка в новом дизайне. Приобрела себе парфюмированный лосьон Rare Flowers Night Orchid. И Pore Blanco лосьончик. Также взяла на пробу мицеллярный скрабик. Очень давно мечтала попробовать именно его. Он охлаждает, освежает кожу. И по классной был цене. Вот, что еще. Распродажа для представителей. Эликсир для ногтей. С экстрактом чайного дерева. Что-то не фокусирует. О, у меня уже такой был. В принципе, понравился. За 25 гривен всего лишь.
На последних страничках Disney Frozen, детский спрей для расчесывания волосиков детских. И Incandescence 10 мл можно было взять по спеццене за 35 гривен. Вот так оно выглядело. Вот это средство. И акция 35 гривен. Дальше. Взяла себе вот такую штучку. Многие, конечно, ее уже знают. Для расслабления была в распродажке. Я мечтала попробовать, поэтому заказала. В таком футлярчике было. Вот, запечатанное, само собой, средство. Еще в заказ набор для косметических процедур пришел. Вот таким образом выглядит в чехольчике. Что мне не понравилось, и я огорчилась. У меня заказали из серии новогодней, в новогодних вот таких вот дизайнах. Крем для рук пришел в старом дизайне. Теперь не знаю, что делать. Звонила на горячую линию, узнавала. Думала, может, как-то обмен можно сделать. Но сказали только возврат. Поэтому я, конечно, в шоке. Буду спрашивать, подойдет ли такой вариант или что делать. Я знаю, что те, которые постпрайоны шли на два каталога вперед, у них была такая же ситуация, но я надеялась, что на нацрайону уже все-таки сделают как положено. По программе сюрприза у меня получилось в заказе два набора сюрприза. Сейчас покажу, что пришло. Приходили они в таком пакетике маленьком. В первом сюрпризике был такой спрей миндали ландыш 100 миллилитров. И в такой коробочке пришло украшение. Красивая, конечно, коробочка. Тут такие вот маленькие-маленькие сережечки такого изумрудного цвета и подвесочка такая. Честно говоря, я разочарована. Такое не ношу. Не знаю, кому подарить или продать. Не знаю, разочарована, честно сказать. И теперь сейчас второй покажу. Водичка X-Series Surf 50 мл. И лак для ногтей в оттенке Sheer Peach. Вот так выглядит водичка. У меня раньше такой один раз заказывали. Молодежный такой свежий ароматик. И лак для ногтей. Красивый лак. Ничего не могу сказать, но ожидала чего-то более лучшего. Продолжим. На страничке 181 каталога было представлено два вида ремней. Один черненький уже попадался мне на YouTube в обзорах. Он такой с блесточками. Я решила заказать вот такой леопардовый. Хочу сказать, что кто заказывал именно черный, здесь перепутаны номера. И думаю, неправильные приходили размеры. Нужно точнее узнавать на покупательской линии. Итак, ремешочек. Вот так он выглядит. Красивый такой. 3 сантиметра ширина. Такой леопардик. Сейчас попробую. Он немножко поблескивает. Нарядно смотрится. Сама застежечка выглядит таким образом. Мне понравился. Вот. И еще хочу показать напоследок, был флаер распродаж для представителей. Меня заинтересовала пижамка. Уже давно я на нее обращаю внимание. С мишкой она в каталожке была где-то в районе 700 гривен.
сейчас появилась в распродаже. В таком флаере тут не все размеры, а на страничке представителя есть еще один размер 52-54. Тут она выглядит такая блекленькая, не особо выразительная, но по факту пришла очень красивая. Сейчас покажу, может, сделаю отдельный обзор на нее. Посмотрите, какая прелесть. У меня нет слов. Очень красивая. Я ее, конечно, открыла, посмотрела. Сейчас покажу штанишки. Штанишки вот такой расцветки, очень красивые. Показывать снова, открывать в этом видео я не буду. Сниму отдельный обзор. Еле сложила, честно вам скажу. Пришел также каталожик первый, следующий, всякие брошюрки для представителей. Спасибо вам за просмотр, что оставались со мной, посмотрели видео до конца. Подписывайтесь на мой канал. Если понравилось видео, оцените, пожалуйста, и оставьте комментарий. Буду рада новым подписчикам. Всем пока-пока.